Так, 30 сентября 2021 год, Харьков, 19.14 по Киеву, Харькове, это Сатурн. 1 миллиард 407 миллионов километров до него. В этом дубле будет только Сатурн и Юпитер. В предыдущем был еще была Международная космическая станция и Венера, но Венера села, МКС наоборот улетела. Но зато здесь у нас будет четкость получше, и убрал я подавление шумов, вибраций, имеется в виду. Хоть не так по экрану прыгать будет. Начал с Сатурна, потому что ИСО-125, и совершенно невозможно в него прицелиться. То есть при съемках, при таких настройках, я визуально в небе наблюдаю Сатурн, а вот в окуляр его не видать. Навмання навожусь и нахожу. В черном квадрате Малевича. Да, кто пользуется, кстати, таким же фотоаппаратом Nikon Coolpix P1000, стоит учитывать, что при максимальном качестве видеосъемки отключается автоматически режим подавления вибраций. А это очень-очень сильно. При максимальных увеличениях заметно. Все прыгает, скачет. То есть оно сейчас прыгает, скачет. Но для сравнения можно посмотреть на предыдущий дубль. Не, ну ты посмотри, какая ласточка, а, Юпитер. Справа Ганимед, спутник. Ну я вижу в окуляр спутники. Обычно при таких ИСО 125, это искусственно затемненная съемка. Отдаем предпочтение резкости, контрастности, для того, чтобы вот увидеть экваториальные полосы на Юпитере. Я вижу их прекрасно, просто великолепно. Горизонтально, совершенно параллельно земному горизонту. А слева это, по-моему, Европа. Калиста, ну, наверное, она слишком блекленькая, чтобы увидеть. 636 миллионов километров до Юпитера. Ну что, очень хорошо. Точки разошлись. Может быть, перед сменой еще поснимаю Луну. Я только со смены прилетел просто. Хорошо. Еле отдышался до того, как успеть МКС снять. Так, куда? Вот туда, на закат. А, уже и заката не видно, да? Ну хорошо. 30 сентября 2021 год, Харьков, 19.18 по Киеву.